Круто, поверните направо.我们一起偷偷看一下豆豆在干嘛。你不看电视啦，你在看风景是不是？来开门看一下，你之前在看什么电视呢？What are you guys doing? Я тебя ведь зарежу. Еще раз позвонишь, я тебе ебальник набью. Я уже договорилась. За тобой едут, блядь. Последний понедельник нахуй живешь. Убью! Ну это, блядь, профессионально, блядь. В этом, блядь, да, не поспоришь. Это профессионал так сделал, только это охуеть, арами. Ну-ка, как ты в этих, если тебе такие очки возьмут, как ты себя видишь? Обалдеть, все с тобой. Ну-ка, теперь на меня посмотри. Ты что, казах, что ли? О, зрение вернулось. Стоять нахуй! Фамилия, имя, отчество! Фамилия, имя, отчество, ты хулуша! Быстро! И не пора они. Yo valiendo verga por llanta y este cabrón con dos alterreino de citas, cabrón. А, che belli gamberi! Quando prepariamo? Quando te ne vuoi? Да
сейчас и отмерю. Вавада. Гелик надо. Играй Вавада. Гелик надо. Играй Вавада. Гелик надо. Играй Вавада. Yıllar önce koymadılar tamamlayayım sözümü. Yeah. Şille vurup kızarttılar yüzümü. Sıra menledi sözlerimle subut edeceğim özümü. Yüreğim olup sizler için para para kızlar. Тяги, такие бархатные тяги, ребята. Уф, кефтеме. Я то сиську царапал. Алло. Вот так оно. Такой пузырь безопасности придумали для хранения транспортных средств. Кар-капсула защищает ваш дорогой автомобиль от пыли и грязи. Стоимость такого пузыря около $800. Но если у вас нет Бентли, то такой пузырь вам и не нужен. Куда ты нас всех посылаешь? Нахуй! Куда посылаешь?
мамки. Меня привлекают только сочные мамки. Раз пешеходный переход. Два. Сколько их тут? Ребят, смотрите, сейчас стою в Домодедово. После выезда из парковки шлагбаумы. Стоит чувак, открыл багажник, думает, что у него номер на багажнике. Но на самом деле это номер у него вот. Очень забавная ситуация. I knew it'd work, I told you! Well, you took the whole suspension. Yeah, front end. Yeah, oh, you threw. Yeah, she got it now. He beat her. The fucking biggest of the damn car. У нас вот конфуз случился. Руль чуть в руках не оказался. Установила у себя в машине новую функцию. Теперь, когда паркуюсь, на ручник ставить не обязательно. Достаточно нажать вот эту кнопочку и смотрите. Одно колесо выкручено в эту сторону, а второе в эту. И машинка по-любому никуда не уедет. Пиздец. А где же желток? А, вот же он! Привет, банк. Спасибо тебе большое. Ты самый лучший банк. Просто респект вообще. Что бы я без тебя делал? Как бы я бы жил, а? Блин, столько оленей на дороге. Я не могу. Правда, на покупают себе. Ездить вообще не умею. Да что пищит, достала? Вик, по-моему, ты на ручнике едешь.
Ой, бля! Ой, бля!